Из-за тайфуна Кросса в Приморье создается угроза большого наводнения, сообщает Примгидромет. В крае объявлено штормовое предупреждение. Сильный тропический шторм Кросса в ночь на четверг развернется на север и обрушится на японские острова Кюсю и Сикоку. В последующие сутки тропический шторм будет бушевать над южными островами японского архипелага. Днем 16 августа он выйдет в южную часть Японского моря и продолжит смещаться над его акваторией в северо-восточном направлении. Вечером выйдет на северо-восточную часть моря. Влияние тропического шторма Кросса на погоду восточной части Приморья начнется в ночь на 16 августа. Над западными районами края в это время активизируются атмосферные фронты. В результате в Приморье пройдут интенсивные дожди. В отдельных районах количество выпавших осадков может достигнуть критерия опасного метеорологического явления. Дождь будет сопровождаться в прибрежных районах усилением северных ветров до 20-23 метров в секунду, но на мысах порывами до 30 метров в секунду. Усилится волнение в море. В заливе Петра Великого ожидается волна до 2,5-3,5 метров. На восточном побережье, на участке от Поворотного до мыса Золотого до 4-5 метров. Усугубится гидрологическая ситуация на большинстве рек края. Во многих районах создается угроза большого наводнения. Резко усилится волнение моря. На южном побережье высота волн достигнет 3,5 метров. На восточном побережье 4-5 метров. В связи с ожидаемой штормовой погодой жителям и гостям Приморья рекомендуется по возможности воздержаться от дальних поездок по краю и к местам отдыха в прибрежные районы, а также не разбивать лагеря отдыха в низинных местах. Паводки будут резкими и интенсивными. В бухтах побережья из-за высокой волны может развиваться накат, поэтому желательно перенести лагеря подальше от прибрежной полосы. Необходимо быть предельно внимательными и критически оценивать ситуацию, следить за прогнозами погоды и быть осторожными. Аэромобильная группировка Главного управления МЧС по Приморскому краю заблаговременно распределена в наиболее паводкоопасные районы для оказания адресной помощи населению. В готовности к реагированию находятся ремонтно-восстановительные бригады энергетиков и ЖКХ, а также дорожные службы. Главное управление МЧС по Приморскому краю рекомендует населению на время действия экстренного предупреждения принять все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности и безопасности имущества. Не подвергать свою жизнь и жизнь своих близких опасности. Заблаговременно переместиться в безопасные районы. Планирующим свой отдых временно воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов. Туристам следует отложить выходы на маршруты, а владельцам маломерных судов не выходить на акватории на период действия предупреждения.